Задача какая? Абсолютно произвольно работаем на снаряде, ни в коем случае ни на секунду не останавливаемся. То есть постоянно идет движение, уклон, энерги, одиночный удар, то есть произвольная работа на снаряде. Даже если сильно устали, все равно продолжайте двигаться, выкидывайте легко руки. По хлопку, сейчас первый раунд мы делаем взрыв, пробиваем определенную комбинацию. Комбинация будет такая. Левый апперкот, правый прямой, левый боковой, еще один правый. 4 удара. Апперкот, прямой, боковой, прямой. Левый апперкот, правый прямой, левый боковой, еще один правый прямой. Это на по хлопку, резкий взрыв должен быть. И последние 10 секунд каждого раунда мы резко ускоряемся и в ближнем бою работаем, что есть сил. То есть насколько можем сильно и насколько можем быстро. Снизу, сбоку, по корпусу. Приготовились сейчас к первому раунду. Давай, быстро. По 2 минуты раунда работаем. Всего лишь.